По факту обрушения лифта с пассажирами в торговом центре в Махачкале возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура региона. По версии следствия, руководство центра оказывало услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья посетителей. Напомним, инцидент произошел сегодня днем на улице Магомед-Тагирова. В торговом центре «Рим» лифт, в котором находились люди, сорвался с высоты второго этажа из-за обрыва троса. Двоих пострадавших госпитализировали в Республиканский ортопедо-травматический центр. 5-летний ребенок травм не получил и после осмотра медиков был отпущен домой. Это довольно-таки серьезная травма. Обе кости голени. Вот второй пациентке перелом пяточной кости и копчика. Там скелетная травма, у одной пациентки перелом костей голени, у другой пациентки, значит, у второй перелом пяточной кости и перелом копчика. Предварительная операция проведена, там дальше тоже предстоит оперативное вмешательство и одной, и второй. Но на данном этапе вся помощь оказана.